Здравствуйте! О погоде на субботу, 3 сентября, расскажу вам я, Алтан Манкуева. Как сообщает гидрометеоцентр, на севере все так же обещают дождь. Днем 13 градусов по Цельсию, ночью плюс 1. Возможны сильные порывы ветра до 9 метров в секунду. На юге Бурятии может пойти дождь. Днем пасмурно, температура воздуха 14 градусов по Цельсию, ночью плюс 4. Будьте осторожны, возможны сильные порывы ветра до 13 метров в секунду. В Улан-Удэ резко похолодает. С дождем. Днем 13 градусов по Цельсию, ночью плюс 6. Так же, как и на севере, сильные порывы ветра до 14 метров в секунду. Не забудьте сегодня перевернуть календарь, взглянуть на фото и поиграть в любовь. А если серьезно, лучше в такую погоду оставайтесь дома. С вами была Алтан Манкуева. До новых встреч! Вашему ребенку нужны очки? В оптике ССЭ большой выбор оправ, которые не ломаются. Очень прочные, безопасные и веселые для любознательных и активных детей. Позаботьтесь о здоровье глаз ваших деток. Я люблю оптику ССЭ!